Ольга Пашкова, жительница города Видное, неравнодушный человек. Ей хочется, чтобы город, в котором она живет относительно недавно, был красивым, уютным и удобным для проживания. Ольга не один раз участвовала в конкурсе «Наше Подмосковье» в разных номинациях, связанных именно с благоустройством. В 2014-м она стала лауреатом премии «Настольные игры в парках». В стандартах парковых есть такой пункт, как площадка для настольных игр. Ну вот как-то в моей голове срослось мозаика, столики из мозаики и эта площадка. Вот 3 месяца такой, как выяснилось, кропотливой очень работы, которые вылились вот в такие столы. Сейчас здесь приходят люди с планшетами, поскольку Видное Нет нам здесь как бы обеспечил Wi-Fi. И с планшетами, и с книгами. И бабушки приходят с внуками. Вот это все завтраки, термосы. Мозаичные столики установлены на так называемой смотровой площадке. Здесь, кроме скамеек, подпирающих склоны, ничего не было. Теперь установлены столики. Рядом удобные табуретки. Здесь же предусмотрены и урны. Не простые, а тоже очень красивые. Мозаика все-таки как-то, ну, я не знаю, радует жизни. Значит, кто-то думает, что еще не только одна война, как нам сейчас показывают. А сюда придешь, подумаешь, нет, вроде как жизнь продолжается. Мозаичный столик установлен и на детской площадке, который так и притягивает для сокровенных бесед. Столик, правда, вот очень красиво, подходит все цветовые гаммы так хорошо сочетаются друг с другом, что создается как бы ощущение даже, не знаю, теплоты какой-нибудь такой, домашней какой-то обстановки. Очень красиво сделан, качественно, подобраны цветовые. Цвет очень красивый. Ольга Пашкова с соратниками, создавая мозаичные столики, подумала и о любителях шашек и шахмат. Я просто вспомнила советские времена, когда в каждом дворе сидели с шашками, шахматами. И мне хотелось вот... Все-таки есть очень хорошие традиции в советские времена, которые хочется возродить. Когда раньше сажали все вместе деревья, ходили на субботник и играли в шахматы на улице. Поэтому мужчины, женщины, кто умеет играть, приходите, стол для вас есть. На премию, полученную за проект «Настольные игры» в Тимоховском парке, Ольга планирует создать здесь и парковую библиотеку. И это будет ее еще один проект на конкурс «Наше Подмосковье». Эта традиция очень распространена в Европе, что в каждом парке человек может прийти, взять книжку и почитать. Мы решили не отставать. Хочется пожелать Ольге Пашковой очередной победы в конкурсе «Наше Подмосковье». Я все-таки призываю всех людей, кто что-либо делает для людей, общественные проекты какие-то, какое-то дело, которое уже сделано и продолжает делаться, но человек уже не обращает на это внимания. Ему кажется, что это нормально, что он делал. Или соседи этих людей, пожалуйста, убедите их подать заявку на конкурс «Наше Подмосковье». Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.